Доброе утро, мои дорогие. Вот опять зима. То насыпет снега, потом растает, а сегодня уже мороз. Мороз 10 градусов, а ночью был и больше. Так что вот теперь снежок такой вот красивый сыпется. Ну, а мне надо идти в магазин. Пойду прогуляюсь, куплю кое-что, что надо. Вот, приду домой, покажу вам. Опять сегодня в магазине. Ой, вижу, вот там орхидею. Все, я ее хочу. Хочу новую орхидею. Все, тут вот много игрушек таких интересных. Гирляндочки. Зарегистрировала сегодня свою карточку. У нас сейчас идет игра «Удача в придачу». Но надо определенные продукты покупать. Ну вот, играет тут музыка. Боюсь, что не понравится на Ютубе. Вот такой стакан. Классно, наверное, хорошо будет для кисточек. И тут такая красота. Новый год в полном разгаре. Елочку заказала себе с Алиэкспресс. Но можно было ее и здесь купить. Интересно, сколько же она стоит? Гирляндочки очень красивые. Вот когда приходишь сюда, такое праздничное настроение. Ладно. Пойду посмотрю стаканчик. Может, такой стаканчик купить себе для кисточек. Ваза-цилиндр называется. Тяжеленькая. Тяжеленькая. Интересные такие вот вазы. Теперь хрусталь не модно, модно. Просто стекляшки. Интересно. Разные игрушки. Так. Вот они так красиво смотрятся. Раньше все говорили, нельзя цветы искусственные в доме. А теперь все украшают себя цветами искусственными. И оказывается, все модно. Масла эфирные. Сколько ж он стоит? Лимончик. 10 миллилитров. А цену не вижу. Лимон. Ага, вот. 3,40. Хочу красные свечки. Хочу красные свечки. Есть! Ура! 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 В какую цену они эти? Красные свечки. Так. И какой же... А, аромат розы. Вот розу я не очень люблю. А это вот сиреневая лаванда. Роза, 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 роза. Лаванда гораздо вкуснее пахнет. Сколько ж набор свечей? 36 тысяч. Дорогущие какие. Здесь благовония появились. Сколько они тут стоят? 25 тысяч. О, красивые тоже. Люблю свечи, прямо вот. Хожу, любуюсь ими просто. А это просто подсвечник такой интересный. Интересный подсвечник. Сегодня пришла за продуктами, а прихожу опять сюда что-нибудь обязательно. Смотрю, в какой бы магазин ни зашла, везде иду ароматами наслаждаться этими и этой красотой. Все, ладно, я выключаюсь пока, потому что надо... Две руки. Вот. Надо две руки, чтобы посмотреть и понять. Ну вот, пришла опять с Евроопта. Ходила, карточку зарегистрировала, а то самой что-то у меня не получалось. Как будто бы я... Показывает, что с моим номером уже есть регистрация совсем другого человека. Там мне на контроле женщина помогла. Замечательно. Теперь можно покупать продукты. Удача в придачу и играть. Но сегодня я такого ничего не купила. Я вам покажу, что же я приобрела.
купила я вот такие вот везунчики, называется. Видела, у одной девочки видела, что кофе интересно с ними делать. Думаю, надо попробовать. Вот, купила сегодня вот такой вот хлебушек, круглый большой, там был почему-то не очень такой вот горячий, как я люблю, поэтому взяла вот такой вот. Ватные диски у меня закончились. Ой, как всегда своему малышу йогурты и сырочки. И вот такие вот сегодня сырочки. Буренка, лесной орех. Взяла одну шоколадку. Она шла по акции «Горькая». Я вам показывала уже, что я приобрела капучинатор на Алиэкспресс и такие трафаретики. Так вот, буду пробовать делать кофе. Кофе-то я делала уже, капучино. Но теперь вот с трафаретиками, когда уже буду делать, тогда я вам покажу, как это красиво получится. По акции взяла фасоль белую. Я этот раз почему-то подумала, что они сделают ли мне такой вот салат. Если вот делается он как оливье, только вместо картошки положить там фасоль белую. Я думаю, что это будет не хуже. Может быть, конечно, это будет не оливье, но надеюсь, что будет вкусно. Вот. Я теперь люблю это самое, что-то готовить, то, что делается быстро. Вот открыл, смешал, и все готово. Ну и малышу своему еще взяла сок. Потому что, когда они приходят, уже не несут с собой никакие бутылочки, баночки с кашами. Он у нас уже большой парень, поэтому вот чем-нибудь накормлю, и потом ему обязательно вкусненькое — йогурт и сок. Вот такая вот у меня сегодня была поездочка в Европу. Я одну единственную газету теперь выписываю. Раньше выписывала много журналов, а сейчас они дорогие, и как-то они все дублируют друг друга. У всех реклама, у всех что приготовить и как избавиться от пыли. Так что теперь вот выписываю только ради того, чтобы была программа телевизионная. Вот. Ну, что-то можно и почитать, конечно. Куриные какие-то тушеные с картошкой. Карп с медом. В общем, то, что я буду готовить, я себе уже надумала, потому что 30 декабря у меня день рождения, и обязательно не кто-нибудь, а подруги и мои родные, любимые, обязательно придут меня поздравлять. Поэтому хочешь не хочешь, а приготовить надо, чтобы вкусненько. Вот, куплю, сделаю тортик, мороженого, кофе мы буду интересным угощать. Люблю делать что-то интересное. Немного, никаких там много мешанок разных, а вот десерт у меня обязательно должен быть. Не знаю, как-то вот я сама люблю очень сладкое, внучка у меня любит сладкое, подружка любит все вкусненькое такое. Вот, поэтому, когда кто приходит, что-то вкусное должно обязательно быть сладкое. Ну вот, здесь и все мои продукты, вот на сегодня вот это все. Купила бы больше, но нести-то тоже очень тяжело, тем более по такой погоде. Ну, и кто это тут сидит на столе? Кто это на стол залез? Да, кто это залез на стол? Что ты мне сегодня целый день командуешь, а? Ага, ну-ка быстренько со стола вон. Котя, слазь быстренько со стола. Чего ты мяукаешь? Что ты хочешь? Иди. На улицу идем, я тебя выпущу. Нечего в окна смотреть. Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Иди, иди. Иди, иди. Иди отсюда, иди. Быстро. Вот какой. Я его прогнала с одного стола. Он залез на кухне на стол, там, где его не видит. Ну, совсем, но не знаю, что это за кот такой безобразник. А? Только ходи за ним, столы мой. Котя, уматывай отсюда. Ну, быстро уматывай со стола. Сядет на стол и смотрит на улицу. А на улицу не выгнать. Мороз на улицу. Уходи. Вот и попробуй, сейчас еще и лапой ударит. Ну-ка, быстренько уходи.
Уходи со стола, нельзя на столе сидеть. Котя! Да, уходи, говорю. Уходи со стола. Вы посмотрите на него. Вы гляньте только на него, что творится с котом. В прошлом году такого не было. Стареем, стареем, Котя, да? На улицу вообще не хочется выходить. Уходи со стола. Уходи со стола. Уходи. Уходи со стола, говорю. Ах ты, наглец какой. Чуть прогонишь его. Ну что это за кот такой, безобразник, а? Что это за безобразник такой, а? А вот такое праздничное настроение на моем компьютере. Нашла себе вот такую вот картинку, она мне понравилась. Не знаю даже чем, но просто такая вот яркая, привлекательная. И она мне улучшает настроение.